В Ульяновской области приступило к работе централизованное казначейство Почты России. Теперь организация переведет в Ульяновск все базовые казначейские функции. Учреждение посетил глава региона Алексей Русских. Губернатор осмотрел офисные помещения и рабочие места сотрудников. Централизованное казначейство станет крупнейшим в России по объему платежей и первым действующим общим центром обслуживания компании. Ну, это один из тех факторов, который стабилизирует население. Магазин, почта, социальные объекты. Поэтому вашу инициативу мы, безусловно, будем поддерживать. Очень приятно сегодня здесь зайти, то, что вы сделали, открыли казначейство. 50 человек приняли, еще, я так понимаю, 120 вам предстоит добавить. Один из главных вопросов, который возникал при реализации нового проекта, это подбор персонала. В этом отношении региональное правительство оказывает компании всю необходимую помощь и поддержку. С точки зрения рабочей силы для дальнейших проектов мы видим для себя нишу для развития в регионе в части именно юристов и бухгалтеров. То есть мы понимаем, что у нас перегрет рынок в части колл-центров. Мы должны откровенно четко для себя понимать, что колл-центр – это в среднем на 15-20% ниже оплаты труда, чем юристы и бухгалтера. Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписали в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня сотрудничество по соглашению уже дает свои плоды. Вот для нас первый такой проект для Почты России, когда мы в одном из регионов централизовываем полностью функцию. А те коллеги, которые здесь будут работать, которых мы сейчас нанимаем, они будут оказывать услуги для всей Почты России в достаточно приличном объеме. Поэтому в период пандемии казначейство работает бесперебойно. Также в новом здании реализована классическая кабинетная система. По словам руководства, это позволяет сократить контакты персонала между собой, а значит, снижает риск заболеть. Нам достаточно большую помощь оказало правительство Ульяновской области. Они нам помогают как в подборе персонала, так и определенная была финансовая поддержка с точки зрения приведения этого здания в нормативное состояние. Сотрудничество правительства Ульяновской области и Почты России будет продолжено. Валентина Никонова, Герман Баранов, Allpravda TV.